Ну а теперь вот в шестой картине нашей медиапьесы я обычно прошу наших зрителей прислать вопросы в виде цитат и так далее. Но тут только реплики типа «помахай рукой», ну помашите им рукой. Вот, цитаты вам не предлагают. Поэтому я предлагаю вам сегодня процитировать какую-то строчку, которая пришла вам сегодня, не знаю, когда вы гуляли и так далее. То есть с какими словами сегодня вы жили, именно сегодня. Ну, сегодня у меня был такой сложный день, пришлось, ну, как бы, нескольких таких семейных конфликтов участвовать и как-то так помогать в разрешении конфликтов этих. Поэтому я думаю так, все в этом мире строится на любви, и без любви все ничто. О чем я хочу сказать? Если мы с вами заключим договор какой-то, допустим, да, и согласимся что-то делать, но реально мы не желаем этого делать, то есть любви в этом нет, никакой договор нет. Это вы Христа перефразируете, да? Нет. Нет? Может, Битлз, Бог есть любовь, нет? Это не Битлз. Это я, апостол Иоанн. Апостол Иоанн. Да, я об этом написал. А Битлз так, подражатель, просто пытались заключить. И апостол Павел тоже написал об этом. Без любви все ничто. Никакие отношения, никакие деньги. Даже тираны, по сути дела, они тоже ищут любви. Потому что зачем люди заставляют других, ну, чтобы они слушали их? Это любовь. Они желают любви, чтобы их уважали, любили и почитали. Это и было основным прорывом, да, когда христианство пришло. Хотя оно и черты какие-то из зороастризма и митраизма, там, все что угодно, да. Вот что отличает резко христианство предыдущих религий? Ну, христианство выросло из иудаизма. Ну да. То есть вот это близнецы, братья. Угу. Вот. Ну, идея самого Бога, который там возрождается и так далее. Ну, как сказать, допустим, если мы посмотрим на греческую философию, то мы увидим, что они считали, что Бога можно познать разумом. Бог постижим. А иудейская философия говорит, что Бога невозможно познать человеческим разумом. Его возможно только через откровение. Так у иудеев там никакой любви нету. У них все грозные боги ходят, всех наказывают. Сделай это, сделай то. Ну, как же, а книга «Песни, песни»? Это же иудейская книга. Где же такая книга? Соломон. Он один из них. Слушайте, а когда Христа изображают в кино, вот я-то вообще же это, товарищ, в этом не разбирающийся, но в интерпретации Джеффирелли, это известный сериал, очень, да? Да, мне очень нравится. Да, даже вам нравится, да? Я думаю, вы скажете, ну что за этой... Поп-культура все превращает в это. Да? Не, ну это, ну, не знаю, последний фильм Гибсона «Страсти Христовы», ну это классика, я считаю, это очень хороший фильм, действительно потрясающий фильм. На арамейском с английскими субтитрами. Мне очень понравилось, ну я просто в восторге от этого. А вот тот же самый «Иисус из Назарета». Так вот я про него и говорил. Да. Вот, ну, замечательный фильм тоже. Ну, возвращаясь к идее любви, вот, ему удалось это показать, да, и через глаза этого актера, который играл Христа, да. И там прям буквально начинаешь там глаза на мокром месте и так далее, да. Вот она сила искусства в чем. Ну, Бог же вложил в нас это. Он же творец, и мы тоже можем творить. В этом и есть сила наша, ну, человеческая. Только если мы творим на добро. А дьявол желает, чтобы мы творили на зло. Поэтому зло тоже изобретательно. Но это уже другой творец.